Всем привет! С момента, как я сделал колеса для караката, прошло уже 2 месяца, но только последние 2 недели я решил опять позаниматься каракатом. Сейчас покажу, что получилось. Потихоньку раму сварил. Ну, в общем, смотрите. В гараже темно, так что качество видео не очень хорошее будет. Я завтра буду выезжать на улицу и подробно все покажу. Но для вас это будет уже где-нибудь через минуту. Ну, в общем-то, что-то видно. В общем, вот мост от Жигулей ВАЗ-2103. Коробка четырехступенчатая от шестерки. Рама Урал, все Урал, вот здесь рама удлинена на 10 сантиметров, чтобы между колесом и рамой нормальное расстояние было, чтобы крыло хорошо встало. На предыдущем каракате у меня колесо очень близко к раме было, и неудобно было даже защиту никакую поставить. Вот коробку состыковал. Жиговскую коробку состыковал с Ураловской. Вставлю кусочек видео, как переходник выглядит. Ну и вставлю кусочек видео, как вот эта рама от Урала выглядела раньше. Какой донор у меня был. Вот так вот выглядит переходник с Ураловской коробки на Жиговскую коробку. Вот это вот шлицы от диска сцепления приварены к Ураловской вилке. Приварено все ровно. Тут вставляется втулочка центрирующая, чтобы при сварке не убило. Стягивается болтом, обваривается. Ну, вот так вот она выглядит. Ну все, выкатили его на улицу. Сейчас будем ставить сиденье, бак, колесо накачаем, аккумулятор поставим, и будем пробовать заводить. А, бля, бензина нету еще. Съездим на заправку за бензином и будем заводить его. Так, ну вот, все скидали. Сейчас перед запуском еще небольшой обзор конструкции сделаем. Так, вот это вот переднее колесо держится на задней ступице от девятки. Вот это вот трубка, она поджимает подшипник. Тут гайка, контрагайка поджимает подшипник от ступичный. Тут все пока на прихватках, еще ничего не проварено. Так, вот рама, я говорил, удлинена. Аккумулятор временно стоит. Так, вот это вот звездочки от сельхозтехники. Это мне дядя с Башкирии подогнал. Звезды и цепь. На коробке обычно стоять будет вторая скорость. Ну и задней пользоваться буду. Ветер сильный поднялся. Это фильтр тут такой, нулевик временно сделанный. Тут раньше приспособа была под один карбюратор. Ну все, сейчас поедем. Немного отъехали от гаража, чтобы там не шуметь. Глушителя нету. Сейчас вот нашли небольшую лужу возле гаражей. Сейчас проедем.
Ну все, я на нем покатался. Сейчас надо ставить крылья, вентиляторы на цилиндры, потому что греется. Подножку для заднего пассажира поставлю. Ну и так, по мелочи еще. Все остальное в следующем видео покажу.